Омега. Интересно, такой аватар вайб, да, на обложке. Rose Haunted, Baby Plug и 180 Refs. Часто видим. Активно работают ребята. Do Studio. Омега. Сольный трек от Думи. Наконец-то. Наконец-то, друзья. Аватар Властелин Колец. Типа за счет листьев, да? Ну да. Листьев там. Листья там другие вайб, да? Аватар Властелин Колец. Властелин Аватаров. Угу. Аватар Колец. Аватар Колец. Смотрим, друзья. Голосование было у нас здесь, в чате. Ребята выбрали историю. Тут у нас тоже было голосование, да? Ну, про это вы знаете, да? Это просто тупой байт вас на наш замечательный телеграм-канал. Самый лучший телеграм-канал на свете. Смотрим, что нам предлагает Думи. Let's go. Так, подождите. Может, это вообще первый сольный трек? Да. В 24-м вот 12 АМ, да, но не в Будапеште. Словом 6-6. Да, потом Фэнс до этого был с Августом. До этого был с Джосодо. Сироп в 22-м. Сент Принс, Глоки был. Мазел Тофф, 22-й год. Потом до этого опять Словом с Янг Вэем. Нет, это первый сольный трек, да? Первый сольный трек. Интересно. Слушаем внимательно, в особенности. Let's go. Ну, пока музыка и облога очень стакаются. Да, волшебные, фэнтезийные, футуристичные при этом. Не эльфы, орки, да, что-то такое вот. Пришло 800, я мои цифры как омега. Рой другой труль налево направо, мы едем на трейхау. Мы делаем столько мяса, хочешь я открою стейхау. Очень дорогое время, можно сравнить это стейхау. Сегодня я не видел снова глаза, как там обвезло. Цени тех, кого ты можешь понимать без слов. Мы не просто люди, мы из тех, кто строит дом свой. На рифмах и на звуке среди левых мы изгои. Холодное время, зима на запястье. Губы на теле, открытые басти. На спинге деньги ловлю без снасти. Должен был туман срасти, чтобы остать из пепла. Страх это норма, но ты должен делать. Я не буду тем толстым. Чувствую голос всегда ненасытный. Смотрю на мои картины. Из мелодии красок и дым. Спалил себя на драке, я жалею. Я был после хмельного чувств. То, что я дал, это все не верну. Вот инструментарий. Пришло 800, я мои цифры как омега. Рой дергает труль налево направо, мы едем на трейхау. Мы делаем столько мяса, хочешь я открою стейхау. Очень дорогое время, можно сравнить это стейхау. Сегодня я не видел снова глаза, как там обвезло. Цени тех, кого ты можешь понимать без слов. Просто люди, мы из тех, кто строит дом свой. На ритмах и на звуке среди левых мы изгои. Это было хорошо. Долбящий супер треповый бас, не знаю, сколько тут. Смотрел клип на Nmise, бро. Он же не вышел на Ютубе, да? Он ни на ВК, ни на Ютубе, ни на какой видео. В хостинге не вышел. Он вышел эксклюзивно. В инсте смотрел я. Мы обсуждали нас на трансляции на одной из предыдущих. Поэтому нет, бро. Смотреть клип мы не будем. Да. Хороший мягкий трек. Музыка очень подходит под облогу. Мы делаем столько мяса, хочешь открой. Единственное, что грубоватый репрезент. Грубоватый репрезент, как будто под как раз-таки, да, какой-то супер трэпчик. Под, да. Какое-то наваливание, да, жесткое. Бро дергает руль.
То есть я представляю, как вот Кизару, да, вот поет этот трек, да? Типа там, не знаю. Прекрати! Пришло 800 моей цифры, как мэг. То есть как будто оно вот не... Моей цифры, как мэг. Мы дергает руль налев на правой, едем пэк. Мы делаем стак мяса, хочет это стейк. Очень долгое время, что сравнить это дэджес. Сегодня я не видел снов в глазах, как тандер, бэ-бэ-бэ. Не знаю. То есть какой-то возвышенности про чувства там можно или еще про что-то. А тут прям кого-то... Вот это, да? Вот это прикольно. Я не видел снов в глазах, как томатный сок. Цени тех, кого ты можешь понимать без слов. Мы не просто люди, мы из тех, кто строит дом свой на ритмах и звуки среди левых, мы изгой. Вот эти крутые строчки. Правда? Угу. Вот это прям оно. Холодное время, зима на запястье. Акула на теле, открытые пасти. Спинки, деньги, ловлю их без снасти. Должен платить мало страсти. Вот тут снова Кизару, да, у нас. Холодное время, зима на запястье. Акула на теле, открытые пасти. Пинки, папа. Остать из пепла, страх от нормы, ты должен делать. Я не буду тем, кто сыт. И сыт, да? Чувствую голод всегда ненасытный. Смотри на мои картины из мелодии красок. Во, да, во. Смотри на мои картины из мелодий красок и дыма. Спендил себя на драги, я жалею. Я был в поисках миллиона чувств. То, что отдал, это все не вернуть. Вот это круто. То есть немного немного такая история. Волшебство, да, короче. Вот волшебство в звуке. Тут какое-то о рассуждениях, о мягком таком вайбе, да. Вот закрыть глаза, прям погрузиться. А тут нам... Дергает трон, ба-ба-ба-ба-ба. Пришло 800, я мои цифры как омега. Рой дургует руль налево направо. Мы едем на трек, а мы делаем столько мяса. Хочешь, я открою стейк. Очень дорогое время, можно сравнить. Время, да, это такая же история с Fabrics. Но он точен, да, Думи точен, би, конечно, он точен. И по звуку он хорошо стоит, он прям вплавлен. Вот это в особенности сегодня. Можно сравнить это с тобой. Вот этого больше, да. Цените, кого ты можешь. Вот это могло вообще быть припевом, да, прям. Даже ладно, ок, можно начать, да, вот это. Скип, вот это кайф. Вот прям отсюда. Мы не просто люди, мы из тех, кто строит дом свой на ритмах и на звуки среди левых мы изгои. Ай, холодное время, зима на запястье. Акула на теле, открытые пасти. На спинге деньги ла... Красивый очень, вот это красивая четверка. Вот это очень круто, прям Думи молодец. Он может вот такую нежную, мягкую напевку уходить даже туда, там за Дрёхкило, за Августа, да, и прям вот. И вот на таком волшебно-космическом фэнтезийном вайбе прям вот лететь, да? Окей. Да. Ловлю без снасти, должен был туман срасти, чтобы остать из пепла. Страх это норма, но ты должен делать. Я не буду тем, кто сыт. Чувствую голос всегда ненаследный. Смотрю на мои картины. Окей. Ну, в общем, как-то так, да. Из мелодии красок и дым. Спалил себя на драги, я жалею. Я был в поисках миллиона чувств. То, что я дал, это все не видно. Да, вот
Мне 8 точно, 8 точно есть, да. Пришло 800, я мои цифры как омега. Рой дергает труль налево направо, мы едем на трейхау. Мы делаем столько мяса, хочешь я открою стейхау. Очень дорогое время, можно сравнить это с стейхау. Вот да, вот первая четверка с дорогим временем. И стейхаусом, и роли, I don't know. Maybe this fabric is not from here. And these details. Same shit. Yes, of course. Не знаю. А вот вторая, да, четверочка прям ушел, наверное, сразу. Да, красота. Бам. Да, где-то вот так, да. Здесь 8-9, вообще 9. 4 балла за вайп. Даже, честно говоря, не знаю. Вот так, наверное. Да, рваный трек для меня лично получился. Да. 5. Да. Такая история. Спасибо большое. Думаю, да. Да. Спасибо. Есть у нас этот трек, да, как я понимаю, на сайте. Что думаете вы, друзья? Что думаете вы по поводу этого? Если он здесь у нас? Да, есть Омега. 69 баллов, 7 рецензий у нас происходит, да. Думи, пока карточки нет. Единственный, кто здесь есть карточка, это 180 Тревс, который как раз-таки может написать, да, вот у него 3 номинации. Он может написать что-нибудь, поставить вам лукс. Да. Мне интересно. Работа быстро надоедает, надеюсь. И пиха такой не будет. Проигрыш перед последним припевом лишний. Структура разнообразная. Жестко сжато, но конструктивное дерьмо, бро. 10, 9, 7, 6. Да. Как будто вот это тут богаче, чем вот это, да. Неинтересно. 5 баллов. Респект, бро. Слушайте, пока не стало мейнстримом, за донатом 24 год. Базар, бро, базар. Совершенно важно. Хочу подметить, что на этом треке на прошлом очень необычное сведение. Кому-то может не понравиться. Мне, не-не-не, глубоко, да. Глубоко, широко стоит, прям очень высокий. Все кайф. Идеальное попадание в облогу. Инструментал. Да, 8-8-8-4-4, тем не менее. Смешанные чувства данной композиции. Отлично, это плавный. Погружаешь, куда парить в облако. Парить в облаках трек, который отлично сочетается с обложкой. С другой стороны, проблема со сведением. Хотя, казалось бы, для реализации куплета могла быть лучше, если данный трек пойдет на влево в качестве интро или аутро. Интро неизданного альбома. 8, офигенный аутро. Да, да, да. Ну, короче, в целом, я с вами согласен. Средний надежный, да. Да, звучит как интро для альбома. Принимается. Спасибо большое, друзья. Спасибо большое. Вот. На тягучем вайбе Макс... Да. Вот в эту историю, да. Это было хорошо прям. Спасибо. Респект. Ждем продолжения банкета. Неинтересно 90. Да неинтересно 5 баллов за общее впечатление. Спасибо.